have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and kingdoms. What I'm supposed to do? I want you to uproot and tear down, to destroy and to overthrow. I want you to build and to plant. The word of the Lord came to me and asked, what do you see, Jeremiah? I know you've been in it some type of while now. It's been 23 years and everybody burned out. But the question is, what do you see? Do you still see prostitutes coming down the center aisle? Do you still see in Joseph Barton, the Bible says, early, Lord, help me right here, early, blessings on you, God speaking to you. Enjoy your stay here. And let me just say this. They're from the Ukraine, but they are staying in Encino, California, and they've driven down here twice to be here. So that says a lot. And some of y'all live around the corner, and you struggle to get here. Got you. Это прямой эфир с фестиваля велосипедистов на улице номер 7. Она так и называется, улица номер 7, потому что это счастливая улица. Ведь если верить старому поверью, проехавшись по этой улице на велосипеде 16 октября, перед моим день рождения, обязательно и загадать желание, пока ты едешь на этой улице. Кстати, улица очень длинная, можешь загадать много желаний. Загадай желание, и оно обязательно сбудется. Вот, допустим, банальная, да, типа такая тема? Ну ладно.
Макс, теперь... Да, бас... А, и нету баса вот этого. Или не надо его делать? А, да, конечно, да. Я же сюда на концерте вот так стою и, блядь, да. И потом делаю так. Как эти хаусист. Слушай, давай сделаем так. Та-ду-ду-ду. Ну, по ритмике. Типа та-ду-ду-ду. Смотрите, посмотрите, у нас как в студиях, в современные шнуры висят на микрофоне. Я вот думаю, а стоит ли нам приградываться к последовательности спецсомена, если мы можем просто взять типа все инструменты аранжировки и сделать свои последовательности? Чтобы вокруг энергия была, а сам голос был... Ну, надо потом вторую часть какую-то. А? Что-то еще надо. Надо куплетах... Самая любовь, вот это надо. Ну, понял, как бы, по сравнению, если как бы... Да. Я думал, что я буду, типа, петь такие... в этом, в куплете, вот, да, такие, да. Такие, типа, завывающие всякие штуки. Ага. А, это ты припев. На просто на так именно раздавать, да, а потом пить. Ну, да. На контрасте сработать. Да? Пи-пи. Да. Ну давай попробуем записать. Тиц. Скажи первое слово тиц. Тиц. Нет, тиц, тиц. 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 Типа сисечки. Тиц. Я. Тиц. Для нас, для ребят. У нас давно не было секса. Тиц. You feel just тиц. Тиц. Like you're having your natural. Like you're having your own natural. Не вгадав. Ладі, я сочу високо, ну ладно. Блин, ну может не надо так делать? Надо, да. Как так? Один так, оставить. Это так типа, ну вот этот типа пичить вокал, вот этот фальсет, типа, это такое какое-то. Это плохо? Ну это типа супер. Не знаю. Не знаю, если оно кайфово, то. Это супер. Это супер. Это супер. Это супер. Вот, вот. Но только не сейчас. Нет, ну я не знаю, мне нравится. Ну, я просто не разбираюсь, как бы в тенденциях где. Ну я понимаю, да, пищить вокал это вот. Ну ты понял, это чизи, это типа реально делают, блядь, все просто, типа. У вас прикольно было вот типа перед этим, мне кажется, покруче, чем сейчас. Просто не пиченое. Ну просто вот такое какое-то странное, да. Но не явно, вот просто когда ты берешь. Ну да.
разработчика чуть-чуть ковгал в конце фразы первой подровнять. Я, конечно, не... Это, наверное, к патче вопрос. Ну, давай ставим, без проблем. Мне по ощущениям так. Ты понимаешь, мне кажется, что тебе, ну, типа, мешает еще твоя музыкальная... Ты музыкант, и я музыкант. И мы, типа, из-за этого тоже баримся. Но я в какой-то момент уже начал уже это, типа, отпускать. А, не помню. Когда мы проебали уже какой-то раз. А потом я с чуваком еще поговорю, ну, типа... Ну, это вы слышите, да. А мы так не слышим. Это вы там, типа, запариваетесь по поводу всего, то-то-то. А мы так, типа, нет. Ну, я вчера сенсею звонил. Чувак, вообще так круто, все следит, так все отлично, мне так все нравится, следите мне так же. Он говорит, о, это не заведенный вариант, это вообще мне не нравится, там нет тут почки, там нет тут танки. Я слушаю, говорю, чувак, ты что, перестань вообще, ты слишком при это самое, придирчив. Он тут такой же, 100% такой же, как ты. Парень, там все здесь чуть-чуть. Ну да, ты только слышишь какую-то неровность, уже все, сразу же. Ну иногда оно прикольно, но тут типа, ну, давай встанем. Тут меня что-то выставит. Фестиваль. Нет. По мышцам будем мы соревноваться вдаль. Мы победим еще чуть-чуть, и мы прокачиваем вашу супергрудь. Теперь даем лишь поворот, и все болячки, все проблемы заживет. И в Дагестан, и в Казахстан, и если надо, даже в Карменстаминстан. Путешествуйте, целый. Парашютом. Спасибо вам, папа. Я бы сам на это не согласился. Нет, да, этого ощущения. Да, нет, да, этого. Вот этого нет. Самое интересное, что оно есть до прыжка. Но когда ты туда, это самое, ты как будто в невесомости, ничего не происходит. Нет этого ощущения. И ты так свободно, так, так как-то вообще чисто внутри. Думаешь, нифига себе. Так вот это как. А если open the door?
вот так. Yes. Да, тоже open the door, yes, да. Но оно звучит как будто бы... А как будет открытые двери? Open the door. Открой... Открытые двери как? Open the door. Open the door. Да. Ну, сложно. Open the door. Like open the door. Open the door. Open the door. Давайте вот так вот. Open the door. Как еще знаешь, открой альбом. Открой альбом и открой для себя Дорн. А, чувак, это... ебать, я понял, The Dorn. Open the door? Нет, это как, есть типа... The Doors такая группа, знаешь? Ну да, я думал об этом. The Dorn. Door. Отлично.